Сотрудники сочинского полка ДПС встретились с руководством и водителями пожарно-спасательной части. Обсуждали взаимодействие полиции и пожарных при ликвидации последствий аварии, в чрезвычайных ситуациях и спасательных работах. Сотрудники ДПС вручили руководству противопожарной службы памятки для водителя. Напомню, за отказ пропустить спецавтомобили с проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, а это в том числе и пожарные машины, предусмотрен штраф 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.